Концепция Триеннале и ее главная тема – это изменения, changes. И каждый раз, когда Триеннале проводится, мы всегда отвечаем как-то на запросы современности. Вот сейчас, в связи с пандемией, абсолютно по-другому мы начали воспринимать мир. И пошли вот такие изменения, которые раньше мы и представить себе не могли. Это то, что касается общения людей, то, что касается изоляции, то, что касается, скажем, отношения к экологии. Даже сейчас мы стали острее понимать, что такое вообще экология и как это она может сказаться на человеке. Ведь пандемия – это тоже проблема, связанная с экологией, с экологическим сознанием. Вот это вот резкие изменения, которые приходят в наш мир, и причем приходят безвозвратно и в экономике, и в культурной, и в социальной жизни. Вот они отражены в этих работах. Это уже 11-я триеннале, 4-й блок, и в этом году, вот в эти дни, 30 лет, ей 30 лет. Это, наверное, самый большой и самый долгоживущий проект по плакату в Украине.